Еще одна строчка вписана в летопись театральной Линианы на Ульяновской сцене. В год 150-летия со дня рождения нашего знаменитого земляка, создателя советского государства Владимира Ильича Ульянова-Ленина, драмтеатр представил спектакль «Ленин и дети». Театральная постановка была создана на основе высказываний воспитанников детских садов и детдомов, взятых из книги «Дети-дошкольники о Ленине». Важной составляющей спектакля является воспоминание актеров-участников постановки, рожденных в конце 50-х, начале 60-х годов. А ведь было действительно такое, что люди говорили, лучше бы моя мама умерла, чем Ленин, дети говорили. Или кто-то говорил, что не могу работать, меня руки не слушаются от этого траура. И это все не показательный, не показуха, это все какие-то искренние процессы, которые совершенно не укладываются в голове. Создатели спектакля как бы провели тонкую нить между 1924 годом, когда не стало Ильича, и 1960-ми. Проводником во времени для зрителей является Александр Лебедев. Кстати, все актеры, занятые в спектакле, играют самих себя. Пятеро мастеров сцены – заслуженные артисты России Владимир Кустарников, Михаил Петров, Виктор Чукин, Елена Шубенкина и Ирина Янко перевоплощаются в детей 1920-х через собственные воспоминания о детстве и юности. Над сценой висит экран, на который в реальном времени транслируются крупные планы. Лица артистов, отдельные сцены, акценты декорации и кадры архивной съемки. Вместе с мастерами на сцену выходят дети актеров. Они носят парадную школьную форму, поют «Интернационал». Именно им предстоит принять у взрослых бремя исторической памяти. Чтобы лучше ощутить то советское время, зрителям предлагают занять места прямо на подмостках, где стоят деревянные парты, в окно с белой крашеной рамой пробивают солнечный свет, а в красном углу портрет Ленина. Ирина Антонова, новости Улправда ТВ.